где Нубас-то? Здорово! Здорово! А слушай, ты что, сразу лайк что ли ставишь? Конечно, я же понял, что мы лайк ставим. Ребята, вы тоже сразу лайк ставите. И подписывайтесь на наш канал. Да, конечно. А ты что, сегодня один, да, наконец? Нет, я вот с лайком. Ну, хорошо. А, не-не-не! Нубас? Нет! Я не один! Да нет! Я всегда с Нубасом! Да! Слушай, короче, Нубас! Нубасы! Я сегодня закинул 100 рублей. Сегодня мы с вами открываем кейсы противостояния. Как обычно, ну получается, как обычно я выиграю. Воды. А почему опять лава-то впереди, вот, слушай, блин? Ты не забыл, что соточка на балансе, 50 с тебя, 50 с меня. Почему лава вот впереди? Алло, ты мне 50 отдашь потом, да? А? Ага, ты 50 отдашь? А, Нубас, чё, Нубас, как дела? Нормально, Толка. Все, давай, я раскрываю лаву, популярную лаву, поехали. Почему она популярная? Потому что ребята ее открывали больше всего, ее надо. Да так вообще нечестно, я же просил, чтобы ее... Чтобы Тихо. Да тебе не выпадет, я подожди. Знаю. Не выпадет, нет? Я да, сказал, блин, стой, смотри. Да сейчас ладно. Тебе выпадет один рубль. Ну, сейчас я повторно тогда... Чё? Сотка сразу, Нубас. Ты это делал с самого первого раза? Да, чё, я еще один кейс открыл? Нет. Подожди, дай я удостоверюсь, что 180 офигеть. Рублей на балансе. Ну как так-то, блин, ну-ка давай, сейчас моя очередь. Да-да-да. Сейчас да, я да. открою. Да-да-да. Вот, да, ты да, сейчас да. офигеешь, что меня сейчас выпадет. Нубас. А? Смотри. Кто? Воздух. Какой воздух? Нуби. Тот самый, которым я дышу? Да. Нуби. Он везде? Ага. А? Профессионал сломал мой скуфтик. Какой? Я ничего не ломал. Кого сломал? Скуфтик. А? Ты чё, кустик сломал? Нет. Как нет? Нет. Ну ладно. Вот, так, смотри, 5 майнинг засыпал. Ты что, опять что ли открыл? Что? Ты офигел? Кого? Да, сейчас моя очередь ладно, открывать. Ладно, ну Нубас, давай, слушай, давай сейчас бесплатный кейс откроем, а? Это как? В смысле как? Ты что, дурак, что ли, Нубас? Да как бесплатный-то? Ну вон, бесплатный. Таких же вообще не бывает. Вот он, бесплатный, 0 майнингсов. 0 майнингсов? А почему я даже его никогда не видел? Ты что, вообще что ли, дубень? Ты, может, забыл? Ты его открывал даже. Да! Конечно! Ты же открывал! Ага! Когда? Когда? Я реально его открывал? Конечно! Нифига себе, что я не помню! Это, давай тогда! Давай, давай попробуем, я открою, потому что у меня рука везучая, видишь, я сейчас соточку выбил, сейчас посмотрим. Но смотри, Нубас, его можно открывать за 0 майниксов, но только тогда... Подожди, секундочку, только тогда, когда ты закинешь на счет 40 майниксов себе, понял? Это что, получается, я должен денежку закинуть, чтобы потом еще бесплатный кейс купить? Его не покупаешь, у тебя 40 майниксов остается, и ты бесплатный открываешь. А, даже так? Да. То есть он все-таки 0 стоит? Он 0. Сейчас... Нет, стой, его можно открывать только раз в день. Вот мы сейчас откроем, и у тебя его не получится открыть. Это что, получается? Только я открою. Он стоит 0 рублей, а я могу получить... Майниксы? Майниксы. Нифига себе, круто. Но, вот, но ты сейчас ничего не получишь, как да обычно. Да сфига ли, Нубас, я сейчас... Чё? 50 майниксов, Нубас! Ты просто так 50 майниксов получил? С бесплатного! Потратил 0, а получил 50? Прикинь, да, я... Такое вообще смотри. Бывает? Получается, можно закинуть 40? Он шаманит, он шаман! Эй! Нуба, я не шаманю, Нубас, реально! Ты откуда знаешь, Нубас? Я не шаманю. Я за ним проследил! Нубас, я сейчас тоже буду следить! Нубас, так он за мной не следил! А, ну ладно! Нубас, ты надоел обманывать, а! Короче, смотри, ты понял? Да я не обманываю! Чё ты, Нубас, гонишь? Ой! Ты чё, блин, хватит следить? Я за тобой слежу! Я не обманываю! Ладно, давай тогда сейчас моя очередь открывать, давай. А давай теперь я бесплатный кейс открою. Так я тебе сказал, один раз в день можно его так открывать, понимаешь? А-а-а. Да, я тебя вот сейчас, я тебя затроллил немного. Чё ты ржёшь там? Нубас, ты чё ржёшь опять, дурачело? Нубас, ты понял, что я сейчас выиграл 90 рублей? Закинул 40 и плюс 50. А, нифига себе, ты вообще в плюсе получается. Так что бесплатный кейс это вообще тема. Давай, я уже сколько сижу, почему я еще ни разу не открыл кейсик? Не знаю, Нубас. Это очень плохо. Ну ладно, открывай. Давай. Нубас, сейчас давай, крути барабан, но я буду за тобой следить. А? Как, зачем? Давай, давай, давай. Не надо, пожалуйста. Открывай, открывай, открывай. Смотри. Да, сейчас. Офигел, пожалуйста. Офигел, что ли, вообще, Нубас? Не надо, пожалуйста, за мной. Нифига себе, смотри, я в плюс вышел. Ага, какой плюс? Ну, я так денежки заработал. Плюс 6 майнинг. Это что, ты хочешь стать минус, что ли? Вот смотри. Вот смотри, что сейчас будет. Я сейчас подойду к тебе, Нубас, ты офигел, что ли? Нет, а если я сейчас убегу? Я буду следить за тобой. Нет, пожалуйста. 5 майниксов тебе всего выпадает. Это зачем так делать? Ну ладно, открывай ты. Мне что-то не очень сегодня везет. Я тогда, видимо, просто посмотрю. Нубас, сейчас... Реально?
Нет, конечно, ты чё? Ты чё, офигел, что ли, меня? Я просто решил тебя затроллить. Хоть где-то я тебя затроллил. Я сейчас тоже буду крутить барабан. Поехали, поехали, поехали. Чё, тебе со мной не повезёт? Какая тебе разница? Ты офигел, что ли, на бас? Нет. Чё, хоть мне не повезёт? Просто ты сейчас проиграешь. Если тебе не везёт, это не значит, что мне не повезёт. И что? Эй, Лова! Ага! А почему мне ведёрко водички не выпало? Потому что ты нубас, потому что нубасом оно не выпадает. А так нечестно вообще. Ты видел, сколько игр сыграно? Во-во, не знаешь таких цифр, да? Нифига себе, это чё? Это 520 тысяч. Ага! 520 тысяч. Нифига себе, это чё за число такое? И 33 тысячи пользователей. Ребята, это всё вы, прикиньте, да? А сейчас на сайте всего 65... 64? О, ребята, не дотягивайте. Слабо ли сделать 30 тысяч, а? Прикиньте себе онлайн прям. Нифига себе, это чё получается? Так это же сайт лагать будет. Да я не думаю, ты чё, нубас? Кстати, Владус, подожди. А как я могу на сайте поиграть? Я что-то забыл. Я давненько так не играл, блин. Кстати, вот много спрашивают, где ссылка на сайт. Ну, ребята, она всегда есть в описании под видео. Можно просто кликнуть и зайти. Точно, прям сразу же на сайт зайти? Конечно. Прям сразу же денежки закинуть? Конечно. Играть? Конечно. О, смотри, нубас. Птица. Нубас, я ее поймаю. Да хватит. Они опять птицу сожрут. Так, сейчас. Оставил, ты сотка! Сотка, чё, жалко, ну бас, не видишь? Чё? Сотка, прикинь! Нифига себе! Ты чё облизываешься? А? У тебя перо в зубах, ну бас. Ты дебил, где? Что ли, вообще? Чё, какое перо? Давай, сейчас я открою, сейчас моя очередь. Ты дурак, что ли, вообще? А? Ага. Давай, открывай свой самый непопулярный кейс, давай посмотрим. Вот, смотри, он перевернутый. Это значит, что мне сейчас повезет. Все плохо сейчас будет. Нет? Да? Нет! Да? Нет! Да! Нет! Да! Нет! Да, тихо, ну бас, сейчас смотри. Смотри, сейчас я как выиграю, смотри, мне сейчас выпадет. Смотри в центр, так лучше выпадает. Давай, сиди, следи. Сейчас будет. О! Ну что там? Видел, 500 выпало. Это 5! Как 5? А 500 было? Ты чё, ну бас, что ли? Ты чё, цифры не знаешь? Не-не-не, там... Нет, тихо, спокойно, ребята, напишите, что там было 500. Как 500? Я потом комментарии посмотрю. Ну бас, он подмигивает! Кому? Я? Где? Я не подмигивал. У тебя что, болезнь? Я не подмигивал. Ты болеешь? Бас, я не подмигивал. А, ну ладно. Вот, всё. Чё, ладно-то, давай я открываю кейс. Я сейчас следить за тобой буду. Та-да-да. Сейчас тихо. Сейчас я аккуратненько выбью какую-нибудь соточку или 250. Нет, тебе сейчас слезу. Чё? Я за ним слезу. Какую слезу? Слезу. Ты чё, плачешь? Слезу. Чё делаешь? Слезу! Вы два глупых, тупых нубаса. Хватит. А, чё тупых-то сразу? Что? А? Мне 15 выбыл. А, ну ты нубас. Я проиграл, я проиграл. Тебе, я же тебе сказал, что ты всегда будешь проигрывать. Ну бывает, нубас, ну вот чё? Вот смотри, ты сейчас опять проиграешь, смотри. Сейчас всё будет, вот сейчас нубас. Опять возьмёшь и просто проиграешь. Вот смотри, я же тебе сотка! Говорил. Сотка! А? Что происходит? Блин, ну как сотка-то? Да где, как? У меня руки здесь, руки... Так, что ты делаешь? Мне очень злостно. Че ты злишься-то, ну бас, сразу? Я, так это... Я же выиграл нам... Обидно мне! Я же выиграл нам 300 рублей. Мы сейчас выведем и мороженое купим. Получается, что да. И со вкусом кустиков? Нет. Сейчас, ну бас, сейчас я выиграю, вот еще побольше, чтобы вам... Я вам машину куплю, ну басы! Машину? Ага! Какую машину? Стиральную. 5 майниксов, ну бас, блин. Это... А, ты что, получается, опять проиграл? Да, я получается тебе говорил, так. Что ты нубас. Получается так, да, ты капец, нубас, вообще, блин, на самом деле. Блин, у нас жесткое противостояние получается. Да. Ну, пока я выигрываю, да? Ну, это да, и тебе просто везет в последнее время как-то очень сильно. Погоди. Еще и раз. Что, ты сейчас все равно проиграешь? Я же тебе сказал, смотри, Смотри, здесь есть тактика, сейчас я посчитаю. Какая? Раз, два, четыре, пять. Раз, два, два. Вот. Понял? А как ты это сделал? Посчитал, ты же считать не умеешь, надо уметь считать. Научи меня считать, пожалуйста. Давай, раз, повторяй за мной, два. Два. Три. Четыре. Пять. Слушай, шестая цифра потерялась, найди одна там, где ты завалялась. Так, сейчас приду. Давай, сейчас он. Дурак, сейчас 370 рублей. Сейчас я все выведу по-быстренькому. Так, будем... Ну, в этот раз я на киви все-таки выведу. Тихо. Ау, что? Че ты хочешь? Ты кого обманываешь, это после зуба? Не, все, тихо, ну бас, не смотри. Ты мой куфтик сломал. Я так этого просто не оставлю. Ну, бас, пока. Владус! Я ничего не нашел! Владус, ты где? Ты куда опять делся? Он
тебя порвал. Чёрт!